Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – литературное наследие иммигрантов второй половины XX века. Считается, что русская иммиграция пережила три волны. После революции 1917 года, по окончании Второй мировой войны и в 70-е застойные годы. Мы поговорим о писателях третьей волны – Войновиче, Аксенове и Довлатове, как наиболее интересных и характерных ее представителей. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Творчество Войновича. Творческий путь Аксенова. Писатель и журналист Довлатов. Нелегкий путь русского писателя. Владимир Николаевич Войнович родился 26 октября 1932 года в городе Душанбе, Таджикистан, в семье журналиста. Его отец был осужден на 5 лет в 1936 году за выраженное им в частном разговоре сомнение, что социализм можно построить в одной отдельно взятой стране. Войну будущий писатель провел в эвакуации. Ставропольский край, Куйбышевская и Волгоградская области. С 11 лет он стал зарабатывать. Был и колхозным пастухом, и работал на молотилке, и пахал землю. После войны окончил ремесленное училище, работал столяром, учился в вечерней школе и аэроклубе. В 1951-55 годах служил в армии. Звание рядовой, должность авиамеханик. После демобилизации из армии какое-то время жил в Крыму, где закончил среднюю школу и начал писать стихи. В 1956 году переехал в Москву. Поступал в литературный институт, но не попал и пошел работать на железную дорогу, затем на стройку, пока, наконец, не стал редактором в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио. В 1957-59 годах учился в Московском областном пединституте имени Крупской. Во время своей работы на радио Войнович в содружестве с разными композиторами написал около 4 десятков песен. Некоторые из них – 14 минут до старта, футбольный мяч, рулате и другие приобрели довольно широкую популярность. В это же время Войнович пишет свою первую повесть «Мы здесь живем» журнал «Новый мир», 61 год, номер 1. В центре этой повести шофер целинного колхоза Гошка Яровой. Честный, прямой, трудолюбивый парень. Критика тех лет, давая оценку этого образа, обвинила автора в том, что он не наделил советского труженика полетом мысли и чувства, что он слишком простой. Позднее в этом же журнале «Новый мир» были опубликованы и другие произведения Войновича «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «В купе» и «Два товарища». Один из главных идеологов хрущевской оттепели, Леонид Ильичев, подверг разносу повесть «Хочу быть честным», после чего в прессе появились специально сфабрикованные злобные статьи передовиков производства под заголовками «Точка и кочка зрения», «Это ложь» и некоторые другие. Во всех этих статьях, как и в работах критиков, указывалось, что Войнович придерживается чуждой
несоветской поэтики в изображении жизни, что его взгляды ошибочны, даже лживы и ложны. В 1968 году писатель Войнович попадает в черный список за то, что поставил свою подпись под коллективным протестом против участия советских войск в так называемых чехословацких событиях. Последовали травля и репрессии. Издание книг писателя было заморожено, а напечатанные произведения были срочно изъяты из всех библиотек. Были расторгнуты договоры с несколькими киностудиями и запрещены готовые и почти завершенные киносценарии, вычеркнуты из театральных репертуаров пьесы, созданные по повестям «Хочу быть честным» и «Два товарища», которые шли приблизительно в 50 государствах и во многих народных театрах. Венцом всему послужила новая буря событий вокруг уже неугодного властям автора. В 60-е годы Войнович работал над романом «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». О публикации этого произведения неоднократно заранее объявлял журнал «Новый мир». Первую часть романа Войнович давал читать знакомым. И так получилось, что помимо его воли эта часть вскоре попала в самиздат, а затем и весь незаконченный роман был опубликован в эмигрантском журнале «Грани». После этого имя Войновича вычеркивалось отовсюду. Даже песню «14 минут до старта» лишили голоса, звучала только мелодия. Писатель и его семья находились в тяжелом материальном положении. Он не имел никакой литературной работы, зарплаты, не получал никакой помощи. В феврале 1974 года Войнович был исключен из Союза писателей СССР. Конфликт с властями. Войнович передал свое письмо в секретариат Московского отделения Союза писателей РСФСР, в котором говорилось, что он готов покинуть организацию, превратившуюся из Союза писателей в Союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес и поэм, выдвигаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемым автором. Иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлеборобы не всегда могут выработать целым колхозом. Ложь – ваше оружие. Вы оболгали и помогали вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место? Ошибаетесь. Место в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду. Надо сказать, что писатель Войнович мужественно сопротивлялся сложившейся ситуации до 1980 года. Но когда положение стало окончательно безнадежным, согласился на приглашение Базарской Академии Исчастных Искусств и на один год выехал в ФРГ. А через полгода указом самого Брежнева был лишен советского гражданства. В это же время за границей автор «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» был избран членом-корреспондентом Баварской Академии Изящных Искусств, членом-корреспондентом Международного пен-клуба, почетным членом Американской академии Марка Твена. Когда Войнович, узнав о том, что его лишили советского гражданства, он, как и Бродский, написал открытое письмо Брежневу, в котором отказывался признавать его указ о лишении гражданства, поскольку ни юридически, ни фактически не имеет права на существование и силу. «Я как был русским писателем и гражданином, таким и останусь, до самой смерти, даже после нее». Будучи умеренным оптимистом,
Я не сомневаюсь, что в недолгом времени все ваши указы, лишающие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по 20 килограммов ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине. Владимир Войнович, 17 июля 1981 года, Мюнхен. После отъезда на Запад еще в 80-м году Войнович предсказал скорую гибель брежневского режима. Выступая на радио, он сказал, что этот режим не продержится в стране дольше 5 лет. И эти его слова оказались пророческими. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. За рубежом писатель издал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Книги 1 и 2, 75 и 79 года, Париж. Сборник повестей и рассказов путем взаимной переписки, 79 год, Париж. Пьесу «Трибунал», 85 год, Лондон. Сборник «Антисоветский Советский Союз», 86 год, США. Роман «Москва», 2042, 87 год, США. Повесть «Шапка», 88 год, Лондон. А в 1989 году по приглашению Союза кинематографистов СССР Войнович приехал на родину для участия в подготовке экранизации Чонкина. Были организованы встречи писателя, как в редакциях журналов «Иностранная литература», «Юность», «Театр», так и в Союзе писателей, правление которого отменило свое решение об исключении Войновича из Союза писателей СССР. Интересно мнение режиссера-постановщика многих замечательных советских фильмов. Рязанова, он должен был экранизировать Чонкина. Но по каким-то причинам это не получилось. Режиссер отмечал, что в произведении прозвучал гимн русскому народному характеру, ибо в центре повествования два чистых, цельных образа – Ивана и Нюрки. Это два живых, естественных человека, которые смогли сберечь в себе опрятность души, честность, натуральность чувств, верность и любовь, доброту, способность к прощению, тягу к земле, страсть к труду. И все это в сталинском параноидальном обществе. Именно прекрасные черты, присущие главным героям книги, дороги автору и говорят о подлинном национальном русском характере, которым некогда мы славились. Войнович всегда подчеркивал, что в своем романе он продолжает традиции не столько западноевропейской, сколько русской сатирической литературы. Он проводит параллели с солдатом Швейком, но в первую очередь с солдатом Василием Теркиным, знаменитым образом Твардовского из русской военной поэзии. Произведения Войновича возвратились к советскому, к русскому читателю. Разрушится барьер, искусственно созданный государственной машиной и бездушными чиновниками. И здесь уместно привести слова самого Войновича. «Я никогда не сомневался, что мои книги рано или поздно будут опубликованы в Советском Союзе. Иначе я бы их не писал». Начало творческого пути Аксенова. Следующий невероятно талантливый и интересный писатель-эмигрант третьей волны – это Василий Павлович Аксенов. Поэт Булат Акуджава посвятил Аксенову стихотворение «Я пишу исторический роман», 76 год, строки которого могли бы стать эпиграфом к творчеству писателя. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Действительно, обвинить Василия Аксенова в угодничестве перед власть держащими
Никак нельзя. Независимость нрава, острота суждений и презрение к конъюнктуре повлияли на его решение покинуть родину и стать эмигрантом. Василий Павлович Аксенов родился в 1932 году в Казани, Татарстан. Во многих его произведениях, так или иначе, нашла отражение судьба его родителей, которые были репрессированы в годы сталинского террора, и сиротская детдомовская жизнь подростка, насильственно лишенного семьи и родительского тепла. Мать Василия Аксенова, Евгения Семеновна Гинзбург, автор знаменитой книги «Крутой маршрут». Когда ее разлучили с сыном, он был еще малышом, а встретились они лишь через 12 лет в Магадане. Тогда это был уже юноша. Он и стал первым слушателем «Крутого маршрута» – книги воспоминаний о трагедии жертв сталинского террора. Отца Аксенова, председателя Казанского горисполкома, арестовали прямо в приемной известного государственного деятеля Калинина, куда он был вызван этим всесоюзным старостой. Есть сведения о том, что Калинин, увидев это, не смог удержаться от слез. Аксенову было 27 лет, когда он принес в редакцию «Юности» первую свою повесть «Коллеги» 1960 год. С этого времени и вплоть до отъезда за границу в 1979 году в критике шла полемика вокруг его прозы и творческой манеры. Литературовед Макаров констатировал, что с повести Аксенова начался большой разговор о молодежной теме как об особой линии в литературе. В «Коллегах» писатель показал обретение веры в высокие слова людьми, напряженно ищущими правильный ответ на вопрос: а есть ли соответствие этим словам в жизни? В повести работа врачей, только что окончивших институт, изображена как необходимая составляющая их духовной жизни. Причем объектом внимания автора становится не производственное содержание медицины, а врачебная практика как сфера проявления человеческого милосердия. Проблематика коллег близка Аксенову, который, подобно многим писателям России, имел медицинское образование. В конце повести слышится признание: «Не нужно бояться высоких слов, мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное – бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ». У повести «Коллеги» был громкий успех. Она переиздавалась, по ней был снят фильм, шли спектакли. В романе «Пора, мой друг, пора» Аксенов остается верен этой теме. Центральное место в нем по-прежнему отведено изображению исканий молодого поколения. Повесть «Затоваренная бочкотара» неожиданно была подвергнута атаке официальной критики и представителей партаппарата. Краснопресненский райком, проверявший работу парторганизации журнала «Юность», отметил в своем постановлении порочность повести. Кроме Рассадина, никто из критиков не оценил положительно этого произведения. А между тем, повесть была своего рода предсказанием, предупреждением о том, что страна неуклонно движется в тупик. Она была написана в самом начале застоя. И стук колес лишь имитирует движение вперед. Бессмысленные метания персонажей в пространстве вяло протекающего времени определяют их внутренний мир и поступки. Они не задумываются над смыслом своего существования, безразличны ко всему, и только сны, которые они видят, предвещают избавление от инерции. Лишь через 21 год отвергнутая ранее официальной критикой «Бочкотара» вернулась к русскому читателю. В 1989 году состоялась премьера спектакля по мотивам повести в Московском театре-студии известного актера и режиссера
Олега Табакова. На премьере присутствовали автор, приехавший из США по приглашению американского посла в СССР Джорджа Мэдлока и его друзья Битов, Искандер, Акуджава и другие. Разгром метрополя. Газета «Московский литератор» писала, что 20 февраля состоялось совещание Московской писательской организации, на котором члены Союза писателей рассказали о своих впечатлениях, о материалах альманаха. Низкий художественный уровень большинства материалов сборника, вредные для советского читателя темы, идеи и тому подобное. Создателями альманаха были Битов, Ерофеев, Искандер, Попов и Аксенов. В издании этого сборника приняли участие Ахмадулина, Рейн, Высоцкий, Олешковский, Вознесенский, Арканов, Розовский, физик Тростников, художники Боровский и Мессерер и другие достаточно известные в то время авторы. Надо сказать, что в истории советской литературы послевоенного периода не повезло трем альманахам: «Литературная Москва», «Тарусские страницы» и, наконец, альманаху «Метрополь». Если первые два были опубликованы, хотя и впоследствии разгромлены верноподданнической критикой, то «Метрополь» вообще не был издан. Отзывы о нем превратились в злобный хор критиков, а процедура ознакомления членов Союза писателей с альманахом могла бы стать предметом сатиры на литературные нравы. Экземпляр лежал под замком в секретарском кабинете и выпускали туда буквально на 20-30 минут. Можно ли было за это время составить представление о тысячестраничном машинописном издании? Рукопись «Метрополя» была передана авторами в издательство «Ардис» на Запад не с целью публикации, а на всякий случай, чтобы сохранить хоть что-то. А по Москве стали ходить упорные слухи, что Аксенов придумал этот альманах, чтобы получить за рубежом, куда он собирается, какие-то дивиденды. На самом деле идея альманаха принадлежала Виктору Ерофееву, до недавнего времени неугодному и мало публикуемому в России автору. Когда она была высказана им, то оказалось довольно много желающих участвовать в альманахе, который предполагался как хорошее и полезное литературное произведение, возможность приобщить к публикациям бездомный пласт авторов, который в течение многих лет не имел никакой возможности выйти на поверхность. Так у талантливого поэта Евгения Рейна, например, до «Метрополя», ничего практически не печаталось, а тут огромная подборка стихов. Он сразу стал известен. То же самое можно сказать о Генрихе Сангере. Разгром «Метрополя» шел втихую. Публикации о беседе с составителями альманаха не было. Их приглашали для проработки каждого в отдельности. А затем в газете «Московский литератор» появилась подборка писательских мнений под заголовком «Порнография духа», а литературная газета напечатала ответ Кузнецова «О чем шум?» американцам Абдайку, Ваннегуту и другим, выразившим протест по поводу запрещения альманаха. Справедливости ради надо сказать, что теперь почти весь альманах распечатан. В интервью, взятом у Аксеновой Аллой Пугач для журнала «Юность», писатель объяснил предысторию своего отъезда из СССР. С начала 70-х годов его стали печатать все реже и реже. В этот период была опубликована только повесть о соратнике Ленина «Красине. Любовь к электричеству» в серии «Пламенные революционеры». Фильм по одному из лучших его сценариев «О, этот юноша летучий» по страницам русских анонимных сатирических повестей XVII века так и не появился.
Вынужденная эмиграция. В интервью, взятом у Аксенова Аллой Пугач для журнала «Юность», писатель объяснил предысторию своего отъезда из СССР. С начала 70-х годов его стали печатать все реже и реже. В этот период была опубликована только повесть о соратнике Ленина Красине «Любовь к электричеству» в серии «Пламенные революционеры». Фильм по одному из лучших его сценариев «О, этот юноша летучий» по страницам русских анонимных сатирических повестей 17 века так и не появился. Вынужденная эмиграция. Выход Аксенова из Союза писателей СССР был добровольным. Он отправил членский билет по почте в секретариат правления Союза в знак протеста против отмены решения о приеме в члены Союза писателей талантливых литераторов Евгения Попова и Виктора Ерофеева, участников альманаха «Метрополь». В 1980 году Аксенов уехал за границу. Живя в США, в Вашингтоне, Аксенов совмещает преподавательскую работу с писательской. За рубежом вышли его романы «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», «Скажи, изюм», повести «Стальная птица», «Свияжск», сборник рассказов «Право на остров», книга об Америке «В поисках грустного бэби». Сергей Довлатов. И еще одного автора невозможно обойти вниманием. Это Сергей Довлатов. Сергей Довлатов родился 30 сентября 1941 года в Уфе, Башкирия, в семье театрального режиссера Мечика, еврея и актрисы, а впоследствии корректора Довлатовой армянки. В Уфу его родители были эвакуированы из Ленинграда в июле 1941 года. С 1944 года жил в Ленинграде. В 1959 году поступил на отделение финского языка филологического факультета Ленинградского государственного университета и учился там 2,5 года, но был исключен за неуспеваемость. Служил 3 года во внутренних войсках в охране исправительных колоний в Республике Коми. Затем вернулся и поступил на факультет журналистики ЛГУ. Работал в студенческой многотиражке Ленинградского кораблестроительного института за кадры верфи. Писал рассказы, статьи. Журналы не печатали его произведения по идеологическим причинам. Опубликованы были лишь одна повесть в журнале «Нева» и рассказ-интервью на производственную тему «В юности» в 1974 году. Зато Довлатов активно публиковался в самиздате, а также в эмигрантских журналах «Континент», «Время» и «Мы». В 1976 году он был исключен из Союза журналистов СССР. В августе 1978 года из-за преследования и нажима властей Довлатов эмигрировал из СССР в США, где работал главным редактором еженедельной газеты «Новый американец». Газета быстро завоевала популярность в эмигрантской среде. Кроме того, Довлатов здесь состоялся и как писатель. Он печатался в престижных журналах «Партизан Ревью» и «The New Yorker». Издавал 12 книг в США и Европе, среди которых знаменитые «Иностранка», «Чемодан», «Записные книжки» и многие другие. Итак, мы изучили тему «Литературное наследие иммигрантов второй половины XX века». В новых программах по русской литературе при изучении темы «Советская литература в 20-30-е годы» рекомендуется рассматривать разные идейно-художественные позиции советских писателей в освещении революции и гражданской войны. Самые интересные произведения были написаны в 20-е годы. «Разгром Фадеева», «Конармия Бабеля», «Чевенгур Платонова».
Эти авторы показали всю противоречивость, сомнительность, проблематику любой гражданской войны.